В департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого округа проверили информацию окружных рыбаков о наличии промышленных травов в Печорской губе. Об этом сообщил руководитель профильного регионального ведомства Альберт Чебдаров в ходе еженедельного оперативного совещания при главе региона. Основанием для проверки стали многочисленные обращения рыбаков округа, которые поступали в адрес временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного в социальных сетях. Ранее глава региона дал поручение проверить информацию. В ходе еженедельной планерки с заместителями и руководителями профильных ведомств было доложено о результатах проверки. Как только данную информацию была транслирована нам, мы связались с погрануправлением, у которых есть специальная информационная система, которая с помощью спутников и позволяет определять, где находятся те или иные корабли, крупные, маленькие и так далее. Каких-либо кораблей по этой информационной системе там обнаружено не было. Для того, чтобы убедить рыбаков и население в том, что действительно этих кораблей нет, мы немножко изменили путь прохождения рейда, который у нас планировался на ОПТ Колгуев, на остров Колгуев. И вертолет залетел в Печорскую губу и осуществили там ряд снимков для того, чтобы показать, что никаких там тралов, которые в промышленных объемах вылавливались, у них там нет. Еще одной важной темой, которую обсудили на еженедельном рабочем совещании, стало открытие школы номер 3. Как сообщили в профильном региональном ведомстве, сейчас идет подготовка к лицензированию и регистрации объекта. Что касается поставки оборудования, на сегодняшний момент 103 контракта у нас исполнены и идет в процессе приемки ряд из них, то есть из 115 заключенных. То есть здесь, в принципе, все нормально, готовимся к открытию школы 1 сентября, с учетом того, что у нас подтвердил и приезжает к нам первый заместитель министра. В профильном департаменте также отметили, в новом здании школы номер 3 строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме. На этой неделе планируется подключение школы к сети интернет в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» и нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Кроме того, к началу учебного года в Ненецком округе откроется еще одна новая школа в поселке Индира. Глава региона поручил профильному ведомству представить предложение по торжественному открытию нового дома для учебного заведения. Леонид Шишев, Владислав Ткачев, телеканал «Север».